Всем привет! На связи Кредитазия, и я ваш персональный гид по товарам Джалмурзаева Сабина. Знаете ли вы, что можно оплатить договор о срочке, не выходя из дома? И сделать это можно двумя способами. Это через сайт или через Telegram-бот. Сегодня расскажу вам, как сделать это через сайт. Итак, заходим на сайт kreditazia.us. В правом верхнем углу сайта выбираем раздел «Оплатить онлайн». Есть два способа совершить оплату – по ID договора, либо через личный кабинет. Рассмотрим способ оплаты по ID договора. Нажимаем кнопку «Оплатить». В появившемся окне вводим код для оплаты онлайн и сумму, которую желаем оплатить. ID договора вы можете найти в договоре рассрочки в правом верхнем углу. Он и является универсальным кодом для оплаты онлайн. Нажимаем кнопку «Проверить». После этого вы можете увидеть товары, за которые вы производите оплату. Далее нажимаем кнопку «Оплатить» и переходим в окно платежного сервиса «Апельсин», в котором необходимо ввести номер карты и срок ее действия. После введения данных нажимаем кнопку «Проверить». Вам придет SMS-код для подтверждения оплаты, который необходимо ввести в соответствующее окно, и нажимаем кнопку «Оплата». Также вы можете произвести оплату через личный кабинет. Для этого вам нужно быть действующим клиентом Кредитазия. Для удобства в разделе «Личные данные» вы можете сразу добавить свою карту для совершения оплаты. Вот так просто вы можете оплатить договор рассрочки. Удобно, не правда ли? Да, и электронная квитанция является подтверждением оплаты, поэтому сохраните ее. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся!